Для жителей города постепенно входит в норму наблюдение за прилетом вертолета желтого цвета. Впервые за последние 30 лет в Ивановской области заработала служба санитарной авиации. За минувшую неделю вертолет несколько раз прилетал в Фурманов за тяжело больными пожилыми людьми с инсультами. Время транспортировки до областной больницы составляет всего 20-25 минут. Специально оборудованный вертолет «Ансат» базируется в аэропорту Иваново-Южный. Это реанимобиль класса С. Он оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, аппаратом ИВЛ и дефибриллятором. Вертолет может сесть на любую площадку, даже в поле, днем и ночью. В Фурманове вертолет приземляется на городском стадионе. На традиционном брифинге руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин рассказал о поступлении в Ивановскую область партии вакцины «Спутник ВИ». Первыми будут привиты медики и социальные работники областного центра. Конечно, на добровольной основе. Также Артур Мирабович пояснил ситуацию, связанную с отзывом лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования у страховой группы «Спасские ворота М». Еще раз хотел бы обратиться к жителям Ивановской области. Полис страховой компании «Спасские ворота М» является действующим. Переоформление не требуется. В медицинских организациях вам будут оказывать бесплатную медицинскую помощь по данному полису. Заявление никуда подавать не нужно. Приходить в страховую компанию «Сагаз» не нужно. Толпиться нигде не нужно. Спокойно живите, и если потребуется медицинская помощь, то вся помощь будет оказана по данному страховому полису. Напомню еще раз, он является действующим. В течение 2 месяцев вашим страховщиком будет территориальный фонд ОМС. С февраля 2021 года автоматически всех застрахованных передадут единственной страховой компании «Сагаз Мед» без необходимости переоформления полиса. Поэтому еще раз, полис действующий, его менять, переоформлять, куда-то бежать не нужно. Все это будет сделано без участия человека.